с любительским растениеводством сталкиваюсь с целым рядом проблем, как в замкнутом пространстве недостаток освещения, растения вытягиваются. В открытом грунте уезжаешь на неделю, требуется полив. Есть желание создать некоторую конструкцию, которая автоматизирует процесс выращивания. Желательно, чтобы эта конструкция была доступна по цене и имела модульную структуру, чтобы можно потребителю мог набирать, зависеть от своей потребности. Поскольку обладаю инженерными знаниями, есть недостаток специалиста, которые могли подсказать оптимальные параметры для системы, для обратной связи. Ну и будем рады видеть специалистов других квалификаций. Спасибо. Вопросы есть, Сергей, по его проекту? Агрономы нужны. Агрономы? Нет, будем рады любым специалистам. Но нет понимания, какие параметры оптимально нужны для выращивания растений. По температуре, по влажности, по pH. У нас есть эксперт прекрасный, Ирина, которая может много подсказать. Все, здесь сидела, сейчас отошла, наверное. Так, хорошо, спасибо. Следующий, кто презентует?